Всем привет, Кастово здесь, мы с вами продолжаем проходить Чучу Чарльза. Так, короче. В предыдущей серии мы с вами приобрели новую пушку, узнали о секте, связанную с Чарльзом. И сейчас мы с вами, не знаю, допройдем ли сегодня или не допройдем игру, скорее всего мы не допройдем сегодня. Но заданий у нас на самом деле осталось не так много, то есть смотрите, получается раз, два, три... Вот здесь 4, но мы их довыполним. 5. 6. Ну, короче, заданий осталось совсем немного, поэтому, в принципе, можем либо сегодня допройти, либо следующая серия будет являться вот однозначно финальной. Пока идем к следующему нашему заданию. Я хочу выполнить все дополнительные задания. Все квесты, в общем. Потому что их тут немного, поэтому за один присест я могу это все дело выполнить. Так, сейчас главное здесь спуститься нормально. Отлично. Плюс еще со сведением звука произошла проблема в предыдущей серии, поэтому постараюсь в этот раз частоту кадров сделать побольше. Ведьма внезапно. Ну, здравствуй, дорогуша. Я готовлю похлебку со свежими ингредиентами с моего собственного болота. Вот только мяса не хватает. Я надеюсь, ты... Не обо мне сейчас имеешь в виду? Чую, на острове посреди болота лежит душа. Отправляйся туда и принеси мне мясо. Я уж тебя отблагодарю хламом. Но посмотри, не попадись болотному монстру. Его зовут Барри. Барри — это динозавр из детского шоу. Гляди в оба и следи за всплесками на воде. Подплывет близко, не дергайся. Пока стоишь смирно, он тебя не тронет. Ох. Ну ок. Короче, правила соблюдены. Когда идет, лучше не двигаться, окей. Рецепт вкуснейшей похлебочки. Болотная вода, соль, клевер, грязь, соль, мясо, любое, даже человечно, хе-хе, и соль. Почему два раза соль? Ну ладно. Не знаю, почему. Вот, кстати, остров. Казалось бы, он находится недалеко. Но главный герой у нас плавает еле-еле, скорее всего. Поэтому поехали. Так, вот он, болотный монстр, я его вижу. По его всплескам. Так, он побежал ко мне, спокойно. Тихо. Доберемся, доберемся. Спокойно. Тихо. Вот уже почти. Бочком пойдем, ребят. Бочком. Пойдем бочком. Поскольку так, хотя бы этого монстра будет видно. Все! Добрался. Фух, отлично. О, щучка. Чем, собственно, и нет. Все, что ли? Блин, еще вернуться надо, да? Серьезно? А где он? Я его, кстати, не вижу. Вон он идет. То есть нужно еще таким образом вернуться обратно, серьезно? Я хоть вообще смогу до туда добраться? Вообще вылезти оттуда смогу? А то будет как в прошлой серии, когда я тоже умер посреди задания. И мне пришлось начинать все сначала. С яйцом имеется в виду. Мы нашли, кстати, в предыдущей серии 2 яйца. Нам осталось найти еще одно. И мы можем возвращаться к пирамиде, чтобы начать финальную миссию против Чарли. Что он больно быстро стал бегать, обратите внимание. Я его вообще не вижу. Вон. Это мне, знаете, что напоминает? Это мне очень сильно напоминает игру Амнезия Dark Descent, в котором там тоже была миссия, где нужно было по всплескам воды видеть невидимого монстра и кидать ему кусок мяса, чтобы он отвлекался на кусок мяса, пока я выбирался оттуда. Thank you.
Он что-то на меня с неохотой идет, обратите внимание. Так, я уперся в этот причал. Тебе надо идти вот так. Спокойно. Так, мы не на берегу пока. Мы пока не на берегу, спокойно. Господи, как он долго сплескивает своими этими шнягами. Где он? Уходи давай. Так, мы уже почти на берегу. Давай! Отлично, все, добежали. Фух, на! Какая вкуснятина! Вот тебе хлам, как и обещала. Спокойной ночи, малютка. Спасибо. Все? Отлично. Так, теперь давайте вернемся на поезд. Хоть задание у нас и рядом находится, но тем не менее нам надо лучше вернуться на поезд. Потому что Чарли здесь не дремлет. Он может появиться в самый разлюбой момент. Поэтому надо быть с этим аккуратнее. Все, отлично, мы уже до поезда почти добрались. Хлама пока я не вижу нового. Отлично, все. Теперь давайте мы пойдем с вами тогда, что получается. Давайте по порядку пойдем. Вот, сначала пойдем на дополнительное задание, потом возьмем основное, потом возьмем это. Или, наверное, знаете, как сначала возьмем вот это задание, потом с оружием задание, а потом это. Все, я понял. Поехали. Все, план наш готов. В принципе, так. Сейчас самое главное вовремя затормозить. Так, тормози. Так, давайте посмотрим на этот. Можем ли что-то сейчас мы улучшить? Можем. Урон. Ага, хорошо. Так, что у нас? Как поезд выглядит? Пока он выглядит никак. Ладно, пока он выглядит никак. Ладно. Хрен с ним. И плюс, кстати говоря, вот это вот задание, которое мы сейчас с вами, ребят, активируем, оно нам даст потом взамен ключ, с помощью которой... Точнее, не ключ, а отмычку. Я, кстати, забыл рассказать. То, что почему у меня в предыдущей серии не открывались сундуки. Нужно выполнить сейчас вот то задание, которое я выполню, чтобы заполучить отмычку, чтобы мы могли открывать те сундуки, которые мы не можем открыть в этой игре, в котором в основном содержатся детали. В основном содержится хлам. И только в одном задании вот эти огурчики. Послушай, малец, я, конечно, понимаю, что ты какой-то там крутой охотник на чудищ, но я сужу людей по их делам. Один из прихвостней Уоррена выбросил вчера на свалку запертый сундук. Я бился над ним несколько часов, но вместо этого замка вскрыл себе только мозоль. У меня есть пара отмычек, но я не знаю, как ими пользоваться. На, держи. Вскроешь сундук, мое тебе уважение. Как вернешься, я выдам тебе кое-какой хлам для твоего паровоза. Спасибо. Вот, и с помощью этой отмычки мы можем... Мы можем потом открывать вот те сундуки, которые мы с вами не могли открыть. Все. То есть нужно было это задание выполнить с самого начала. Но мы его не выполнили, мы не туда проехали, поэтому вот. Блин, рано слишком. Изи. Просто изи. Все, отлично. Еще одно изишное задание мы выполнили. Держи. Вот террас! Такие нежные ручки, а с сундуком справились. Тут видишь какой-то странный мусор. Что ж тут скажешь? Одно разочарование. Но мое уважение тебе заслужить удалось. Так что вот, обещанный хлам. Все круто.
Все, отлично. Все, теперь с помощью этого, с помощью этой отмычки мы сможем с вами выполнить вот это задание с огуречной дамой. Так, теперь сейчас давайте мы с вами пойдем, возьмем задание, но выполнять пока мы его не будем. Мы сначала выполним задание с оружием, получим весь комплект оружия в игре, который у нас есть. У нас следующий будет пулемет, если что. Вот, прокачаемся заодно. Скоро мы полностью прокачаемся. Все, поехали. Недалеко он находится. Можем сразу даже затормозить. Все отлично. Так, там, по-моему, хлам лежит, я вижу. Отлично. Это нам все нужно. Прикольно. А вот и охотник на монстров. Но это будет необычная охота, заметь. Мы уже пробовали одолеть Чарльза, но если его сильно ранить, он скрывается в лесу. Но кажется, мы все-таки придумали, как выманить его на бой. В разных частях острова, в главных шахтах хранится 3 яйца. До этого я знаю. Мы считаем, что если вставить эти яйца в призму в храме в центре острова, это спровоцирует Чарльза сражаться насмерть. К сожалению, Уоррен Чарльз III, владелец добывающей компании, выставил внутри каждой шахты вооруженную охрану. Храм для защиты яиц. Там дальше по путям будет шахта. Там и лежит одно из яиц. Вот ключ от шахты. Вот я отметил на карте. У меня возникает такое подозрение, что эта игра, она скоро пойдет на так называемый рефанд-не-рефанд. От стоп-гейма. Я вот прям вот это вот предвижу. И что-то мне подсказывает, что если этот остров поизучать так досконально, то можно найти какие-то пасхалки в игре. Я почему-то более чем уверен. Помимо тех пасхалок, которые мы встречали в игре, типа задания со Слендером и... Ну и типа того. Так, все, давайте заполучим огнемет. Полный боекомплект. Заполучим, наконец, полный боекомплект. Так, дом сгорел. Сейчас погодь. Сейчас я тут все осмотрю. И все. Так, здесь что? Есть хлам. Хлама нет. Ну-ка, на крышу забраться. Окей, давай. Я сделал огнемет для защиты своего жилища от этого паучьего поезда. Но, как видишь, мой план немножко... прогорел. Я чуть не поджарился в своем сарае, пока его испытывал. Тысячи чертей! Сарай хотелось бы сохранить. Если каким-то чудом огнемет еще будет работать после дождя, то уж так и быть, забирай его себе. Ты ведь, кажется, тот самый охотник на монстров, о котором все говорят. Так что оружие тебе пригодится. Но у меня уже есть 4 оружия, так что... Ну ладно. Так, что у нас? Вот, вижу. Давай потушим. Все, потушили? Да, потушили. Так, а зайти внутрь я могу? Чисто по приколу. Ну, заодно возьму это. Че, он где-то здесь, что ли? Да ладно, он где-то здесь? А почему он убежал? Сука, он где-то здесь. Вот он. Сука. Бежим! Блин! Сука. Ой, еще ни разу я его на поезде не убил. Вот только в самом начале игры. Ну ничего, сейчас быстренько мы пройдем все задания. И встретимся, наконец, лицом к лицу. И уже тогда будет не до шуток. Так, ладно. Так, короче, нам нужно сейчас вернуться. Короче, какие-то поселенцы все же агрятся на этот, на Чарли, на его появление. Начинают убегать, но при этом возвращаться обратно. Потушить пожар, покинув бочку с водой. Гениально, ей-богу. Держи, дихлофос.
Черт бы его подобрал. Тысяча чертей, убери эту штуку с моих глаз. Ну все, теперь у нас есть огнемет. Сейчас мы можем заодно испытать. Не только на Чарли, но еще и на его секте. Так, отлично. Так. А, не см... А, нет, 10 уровней. Все-таки 10 уровней в игре. Все-таки в игре 10 уровней. Но урон, конечно, у него слабенький. Вот у этого урон большой. У этого тоже. Короче... Ну... Каждое оружие чем-то да... Каждое оружие чем-то да хороша. Так, ладно. Короче... Все, спуск в южную шахту. Сюжетное задание. Найдем третье яйцо. Выполним еще 3 дополнительных задания. Точнее, 2 как раз мы их выполним. И все. Все будет отлично. Так, все. Стоять. Стоять. Все, отлично. Все, мы приехали в еще одну шахту. Давай посмотрим, что тут у нас. Отлично. Все, сейчас найдем третье яйцо. Поборем опять очередных солдат из секты Чарли. И все отлично. Поехали. Пока свист, я их не слышу. Кстати говоря. При разработке самой дальней штольни за проломленной стенкой мы обнаружили большую пещеру. Тут творится что-то странное, но мы ничего не понимаем. Мы просим господина Уоррена прибыть на южную шахту как можно скорее, чтобы определить наши дальнейшие действия. Юджин, горный мастер. Отлично. Так, подожди, вот там что у нас? Детальки. И все, да? И все. Только детальки. Ладно, хорошо. Так, там что? О, сундук еще один. Но у нас есть отмычка, так что мы можем ее спокойно открыть. Какие-то мы уже не откроем, но заодно хотя бы покажу, что эти взломы, они того не стоят, потому что... Они содержат, вот, типа, краски, там, детали и так далее. Поэтому оно того не стоит. Но, может, в игре есть какие-то, кстати, интересные секретики, я более чем уверен. Можно потом, кстати, потом, после прохождения моего поглядеть, какие тут могут быть в игре секретики. Собственно, вот. Слушай, ну солдат тут нет. А, нет, есть. Я слышу их свист. Я слышу их свист. Хорошо, что хоть они обозначают себя с помощью свиста. Так, это, скорее всего, ходит по кругу, поэтому пойдем за ним. Главное, чтобы их здесь не было двое. А, серьезно, всего один охранник, что ли, охраняет? Вы что, охранили, что ли? Я понял. А, ну все, изи. И все, серьезно. Я понял. Окей, это было легко. Это было чересчур легко. Я вас понял. То есть, никаких тебе подстав, ничего.
Все легко. Охренеть. Начали с самого сложного, теперь, теперь закончили с самым легким. Зашибись. Все. Ребят, все. Три яйца у нас. Все. Теперь осталось только завершить вот эти вот три дополнительных задания, и все. И можно заканчивать сюжет. Все. Ребят, все. Это все нахрен. Я манал эту шнягу, неужели? Просто вау нафиг. Поехали. Так, сейчас самое главное не... Нет, не проворонить наш поворот. Так, у меня деталей нет. Пока хлама у меня еще нет. Блин, а было бы неплохо на самом деле полностью прокачать бы эту, этот паровоз. И было бы все отлично. Так, где у нас находится развилка? Развилка пока еще... далеко. Развилка пока еще далеко. Нет, к развилке мы еще пока не подъехали. О, секунда. Стой, тормози, 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 тормози. Под мостом, кстати, никого нет. Подожди. Хорош. Все, сейчас мы, может быть, что-то одно прокачаем. Это круто. Это круто. Сейчас что-то, может, одно прокачаем. Угу. Ясно. Урон. Так, ну пока он не выглядит как чем-то новым. Ну ладно. Так, что у нас? Едем дальше. Развилки пока у нас еще нет. Ящики я тоже не вижу. Стоя. Ямба. Все, вот развилка. Все, вот развилка. Придется идти далеко, но да хрен с ним. А, слушай, подожди, не обязательно же так делать. Можно сейчас же ведь попробовать. Или он не будет разворачиваться. Он, по-моему, не будет разворачиваться, если я сделаю вот так. Смотрите, сейчас я немножечко проеду, а потом поеду назад специально. Он не будет разворачиваться, да? Или будет? Не, он не будет разворачиваться. Все, я понял. Он не разворачивается, он не разворачивается. Он не разворачивается. Поезд не разворачивается. Секунду. Все, стоп. Стоп, 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 стоп. Все, придется тогда идти пешком. Придется тогда идти пешком на встречу своей смерти. Так, а идти нам придется, кстати, далеко. Ну ладно. Попробуем рискнуть. Нас хоть тут не сленди табис, в котором очень громкие скримеры. Но, блин, убежать от этого Чарльза, конечно, будет, ну, довольно трудно. Но пока его нет, кстати, Чарльза. У меня возникает просто такое ощущение, словно он как будто тпшится, что ли, на том месте, где я нахожусь. Я знаю, что он идет, типа, рандомно, но иногда этот рандом очень сильно обманывает. Я прям это вижу, он очень сильно обманывает рандом. Так, сейчас самое главное вот здесь не свалиться, спокойно спуститься. Так, вон там детальки я вижу. Блин, вот эти звуки, они меня, конечно, вымораживают, ё-моё. Я все время думаю, что он здесь. На самом деле он хорошо обозначен, то, как он здесь находится. Все, вот он сундук, сейчас мы откроем и заберем эти чертовы огурцы на брезентовом поле. Я ж нажал. Это вот как в Devil in Me. Я тоже нажал и не прожимается почему-то. Во. Все, соленья достали, отлично. Так, теперь на карту. Все, гречная дама, вперед. Все отлично. Все, сейчас доберемся. Все ей отдадим. И все отлично.
Я почему-то уверен, что эту игру можно реально проспидранить просто и все. Не выполняя особо дополнительных заданий. Мои огурчики! Как же я благодарна тебе за огурчики! Ты мой огуречный герой! А вот тебе немного хлама в награду, охотник за огурцами. Отлично. Все, так, значит, дальше. Теперь дальше идем в паром. Там стоит чувак, которого я, кстати, не видел в, на том самом пароме. Либо его там правда не было, либо он был, но... Как вам так объяснить? Он просто спрятался от Чарли. Потому что в тот момент ко мне Чарли подбежал. И Чарли может, самое интересное, он проскакивает даже в других местах. Так, пока поезд здесь оставим. Пока пусть стоит. Пока пусть стоит. Сейчас мы выполним то задание, которое мы могли активировать, но мы его не активировали. Мы дополнительное задание выполнили сами. Без каких-либо активаций и прочей другой лабуды. Блин, я мог подъехать на самом деле. Ну ладно, насрать. Там хоть стоит чувак. А не как в прошлый раз, когда подошел, а там никого нет. Надеюсь, он стоит. Так. Отлично. Так. А я что, не могу попасть туда? Я могу туда попасть. Могу. Отлично. Я молюсь, чтобы кто-нибудь из первой группы спасен догадался отправить лодку назад. Но похоже, они решили, что корабль Джорджа до сих пор помогает оставшимся. Им там на материке небось хорошо и уютно, и никто не считает нужно убедиться, что спасены все. Я понимаю, вряд ли кто-то ожидал, что Чарльз потопит целый корабль. Но все же, мне становится трудно от мысли, что сейчас я мог бы уже быть так далеко отсюда. Хорошо. Так, вот. Он, видимо, прятался в том домике. Спасибо тебе огромное за дневник. Надеюсь, никто в него не заглядывал. Тебе же во благо. Ну, вот тебе обещанный хлам. Да, я это задание, ребят, не активировал, но тем не менее, я его типа активировал. Так, слушай, давай сначала, наверное, мы пойдем в эти, как их зовут, разделение путей. Там, кстати, заодно будет дополнительное задание, мы его сейчас выполним. И пойдем к пирамиде с яйцами. Я сейчас вот думаю, вот когда я был у этой пирамиды с яйцами, то там я убил одного из секты Чарльза. Так вот, я сейчас вот что думаю. А не возродится ли он после этого? Он может, в принципе, возродиться так-то, если что. Так, что, давайте посмотрим на карте, покажу вам, что действительно все задания выполнены. На всей карте игры осталось всего одно дополнительное задание и одно основное. А комплект оружия у нас вот есть весь. Учитывая, сколько в игре заданий, учитывая, какая в игре графика, какие диалоги и так далее, эту игру делали в спешке. Это очень сильно заметно, ребят. Я даже сказал слишком. Все, скорость мы прокачали. Отлично. Так, и чё? Внешне он, ну, не поменялся особо. Внешне он особо не поменялся. Ладно, поехали. Все, сейчас еще одно дополнительное задание выполним. Но, блин, я бы хотел бы на самом деле полностью прокачать так-то этот паровоз. Это было бы очень неплохо. Он почему-то у меня нифига не прокачивается полностью. Маловато деталей дают. Маловато очень. Маловато будет, как говорится. О, как мы остановились. Прям на станции. Неплохо. Ну ничего, сейчас мы найдем еще деталик. Может быть, нам удастся все же полностью прокачаться. А может, не удастся. Кто знает. Хотелось бы, чтобы мы удалось прокачаться полностью.
Очень уж хотелось бы. Но, как говорится, хотелки свои оставь при себе. Еще до обвала мне удалось завести в каньон запасную матрису с помощью своего старого доброго шахтного поезда. Кажется, мои самые важные пожитки лучше спрятать в ней. Здесь обычно никого нет, а пути так и не достроили. Неделю назад я хотел забрать кое-что из матрисы, но несколько людей Уоррена разбили там что-то типа лагеря или базы. Даже не знаю, как теперь безопасно добраться домой, ей, до моей коробки, и сколько я еще протяну без нее. Окей. Так, подожди. Так, пока посиди, чув. Все, взял. Давай. Welcome. Добро пожаловать в Аронеалию, человек из архива. Теодор, прошу меня извинить, и в светских беседах я не силен, но видится мне, что и вы сюда не болтать пришли. У меня есть к вам небольшое, так сказать, деловое предложение. В каньоне неподалеку находится матрица, а в ней очень дорогая миссийная коробка. Но будьте начеку, там же разбили лагерь бандиты. Отыщите синюю коробку и принесите ее мне. В награду получите немного хлама. На самом деле, мне бы сейчас было бы много хлама. Так, отлично. Все, понято. Надеюсь, кстати, что разработчики данной игры не остановятся только на одном Чарльзе, что они и дальше будут разрабатывать. Конечно, игра сейчас вроде как не должна оправдать надежду, учитывая то, как она выглядит. Типа, игроки ожидали от этой игры чего-то такого, знаете, наибольшего. Я могу их понять. Тем не менее, я думаю, они на этом не остановятся и будут продолжать делать... клепать подобные игры, потому что у них есть, и мы даже, я думаю, даже пройти на канале No Snake Hotel. Так, что у нас, 28 единиц. Все, значит, сейчас мы можем урон прокачать, или броню, да, броню? Все, отлично, броню прокачали. Во какое у нас рогатая скотина, смотри. О, какая. О. Все, мы готовы к бою, по сути дела, все. Осталось еще набрать 28 хлама, и мы полностью прокачались. Вот сейчас, может, мы как раз эти 28 штук и соберем. Может, по пути, пока мы идем, соберем заодно. О, а здесь есть пути. А, ну они не... Или... Нет, они здесь не разворачиваются здесь. А определенные пути уже проделаны, так что ладно, окей. Так что самое главное — слышать свист бандитов. Я уже их слышу. Так, а как я взгляну? Я не взглянул. Либо мы можем сейчас как сделать? Мы либо можем сейчас их привлечь на станцию. Так, один уже заметил меня. Все отлично. Все, пусть бежит за мной. Пусть бежит за мной. Я хочу попробовать его убить с помощью огнемета. Потому что мы в предыдущей серии мы с вами испытали ракетницу на Чарли. Он что, за мной? Блин, он быстрее меня бежит. Он быстрее меня бежит. Нормально, короче. Сейчас. Спокойно, чувак. Давай. Так, залазим. Так, берем огнемет. Поехали. Где он? А куда он пропал? А ты где? Секунда, а где он? Говно, иди сюда. Во, отлично. Давай, испытаем. Что за херня, почему он пошел наверх? А что он пошел наверх? Ты иди обратно. Иди обратно. Давай сюда, ты чё пошел обратно? Я убил? Блин, так, подожди. Подожди секунду. У нас что-то тупняк произошел, секунду. Надо отъехать назад. Стоять. Стой!
куда поехал? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так, давай. Где он? Ты где? Блин, это козлина, она где? Иди сюда. Где он? А вот. Все хорош. Стой. Готов. Все. Блин, но он мне повредил эту шнягу, капец. Придурок. Ладно. Так, сейчас, подожди. Стой. Так, стой, подожди, деталь. Отлично. Куда ты поехал? Мы сейчас будем еще других выкуривать. Подожди. Стой. Все, стой. Стой, все, стой, остановись, все. Все, остановись. Остановись, все, отлично. Все, сейчас мы их выкуривать будем. Огнемет нормально работает, все отлично. Огнемет работает идеально. Все классно. Огнемет работает хорошо. Так, только не говорите, что он опять здесь один всего лишь. Так, слушаем свист. Не слышно свист. Че, реально один был? Мне показалось. Мне показалось, он там на мосту как будто был. Так, окей, я в лагере. Так, еще деталь. Да нет! Только не сейчас! Ну, сука! Он где-то здесь. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Я его не вижу. Этого козла не вижу. Но там детали я вижу внизу. А где? А где? Может, я не там ищу? Это типа весь лагерь, что ли? Походу, это весь лагерь. Вон он. А, отлично, он забраться не может ко мне. Так, и чё? А, нет, может забраться ко мне. Ну ты сучка. Так. Так, я его могу обманывать. Я его могу обманывать. Смотри, короче, я его обманывать могу. Он до меня не может добраться, обратите внимание. И чё, где он? Так, он подо мной, вот он. Ты смотри, какой козлина. Так, он пойдет ко мне на мост, интересно узнать. Или он от меня отстанет? Он идет ко мне на мост, да? Отлично. Все. Зашибись. Так, короче. Пока, ребят, все проходит в стадии не очень. Так, нам надо сейчас посмотреть, что от меня хотят. Еще раз, потому что я пока не понимаю, что от меня хотят. Секунду. Синяя коробка. Угу. Понял, принял, употребил. Так, ну сейчас вроде не должен возродиться этот, кстати. А... Мне интересно узнать, а какой штраф сейчас с меня сняли, если у меня, по сути, нету хлама больше никакого? Какой тогда штраф с меня сняли, мне интересно сейчас узнать. У меня его нет, по сути, этого штрафа. А-а-а, замечательно, он возрождается, я понял. Вон он ходит, но он там один. Так что у нас никаких проблем не будет. Надо просто найти синюю коробку. А я ее нихера не вижу, эту синюю коробку. Все, он меня заметил, да? Он меня заметил. Так, синяя коробка.
Синяя коробка, синяя... Синяя коробка. Уйди. Все, беги за мной. Теперь беги за мной. Снова испытаем наш огнемет. Да-да, беги-беги за мной. Устроим осенний марафон. В данном случае у нас зима, но тем не менее у нас будет как осенний марафон. Ты бежишь за мной? Ты бежишь за мной. Все, беги за мной. Беги-беги. Беги-беги. Давай-давай-давай. Осенний марафон. Все. Утренняя пробежка, по сути дела. Давай-давай. На. Где он? Сыкло. Ага. Окей. А! Ты не умер! Вот все. Вот и все. На! Да-да, это та самая коробка. А теперь забирай свой хлам и прочь отсюда. Ты сучка. Все. Отлично. Так, и сколько он мне хлама дал? На прокачку. 40. Неплохо. Все. Мы прокачались полностью. Все. Отлично, ребят. Вот мы и полностью прокачали наш поезд. Все. Вот такая у нас получилась рогатая скотина. Все. Теперь мы готовы к бою. Итак. Все. Все задания в игре выполнены. Можем отправляться, соединять все яйца и, наконец, добить Чарльза. Обратите внимание, кстати, что, походу, в этих сундуках лежали банки с краской. Но толку от этих банок с краской нет, поэтому нам это ни к чему. Поехали. Просто поехали. Тут самое главное не проворонить. Не проворонить. Так, все, почти подъехали. Стоп. Все, теперь идем. Вот он. Хорош! Хорош! Так, поехали. Где он? Отлично. Так, и что, он меня повредил? Не особо. Повредил, да не особо. Наверное, скорее всего, он возрождается. Впрочем, мы уже всех прошли мимо, поэтому поехали. Вот все наши три яйца. Одно. Второе. И третье. Прочь от святилища, чужак. Ты не понимаешь, что творишь. А теперь медленно и аккуратно положи яйцо на землю. Слишком много людей пострадает из-за этого вашего плана. Да пошел ты нахер! Во! Нет! Нет! Проклятье! Ты нас это не любишь! Встретились вновь, сволочь. Ни хрена! Мега Чарльз! Гига Чарльз! Скажем так. А поезд-то в тупой стороне. Дари сколько хочешь, все. Едва мы увидели злодея в этой игре, и все, и он ушел в бокс. Поезд немного не там припарковывался, но ладно. Поехали! Так, чё, давайте. Меняем пушку, поехали. Закончим начатое. Так, все, понял. Понял, принял, употребил. Так. Где он?
Отлично. Так, я его разозлил. Так, он переместился куда-то. А, вот он. Так, нет, так не делаем. Так дела не делаются, спокойно. Давай жарим, 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 жарим его, жарим. Блин. Отлично, тихо. Так, все, 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 спокойно. Адский Чарльз, блин. Так, где мой пулемет? Спокойно. Так. Опять переместился. Короче, учитывая, что у меня очень мало здоровья, это будет максимально тяжело пройти. Это будет максимально тяжело пройти, учитывая, что у меня мало здоровья. Еще раз. Надо сейчас, короче, понять, какое оружие перезаряжается быстрее всего. Оно может наносить мало урона, но оно перезаряжается быстрее. Поехали. Так, какое? Замедление, скорострельность. Замедление. Не понимаю. Ладно. Так, вроде как огнемет хорошо работает. Блин! Понимаете, в чем проблема? У меня хлама нет. У меня вообще нет хлама. У меня очень мало хлама. Поэтому я не могу так нормально сражаться. Что мосты не взрываем, кстати говоря, которые это, я в одном из крестов-то поставил бомбы. Блин, ну это нереально пройти, если у тебя недостаточное количество хлама. Это невозможно пройти. Вообще невозможно. Самая главная, короче, проблема, это каждая пушка перезаряжается очень долго. Каждая пушка. Единственная пушка, которая очень недолго перезаряжается, это вот огнемет. Все. Короче, я понял тактику. Надо не допускать у оружия перегрева. Вот, я нашел подходящую пушку. Все, если не часто нажимать,
то мне не догоняет, во-первых, Чарльз, во-вторых, это. Она не перекрывается пушка. Так что все идеально. Все, я нашел идеальную пушку. Он меня вообще из этой пушки просто не догоняет. Все, отлично. Я нашел подходящую пушку. Она остывает хорошо и урон наносит. Все, отлично. Но он наносит урона довольно хорошо. Так, сейчас пока надо вылезти, потому что у меня очень мало здоровья. Все, отлично, давай. Не паникуем, просто не паникуем. Мы его сейчас одолеем. Не паникуем. Не паникуем. Все, собрались. Все, у него осталась писечка. Просто писечка осталась. Все. Все. Мост! Тот самый мост! Вот и все. Я, кстати, такого пика не видел, когда я был под мостом. Или он там был. Но уже все равно. Все. Просто все. Даже финальной катсцены нет. Точнее, она есть, но она вот именно вот что вот такая. Все. Просто нахрен. Сейчас давайте меню подождем, если оно есть. И подведем итог. Все, за 3 серии прошли. Все. Круто. За 3 серии и... За 2 дня. Потому что я этот ролик записываю после того, как я записал 2 серию. Так, а яйцо одно смотри, короче. Ребенок Чарльза влезал. Намек на продолжение. Целая армия Чарльза. Или что это за огоньки? Намек на продолжение или типа того. Ну, собственно, вот такая вот, ребят, была игра. Что я могу сказать? Игра на самом деле, ну, хорошая такая, но минусов в ней очень много. Во-первых, продолжительность игры. Очень она получилась короткая, это раз. Во-вторых, главный герой не двигает губами, это два. В-третьих, очень странные квесты сами по себе. Это 3. Враги, которые, ну уж, очень, скажем так, тупые. Плюс, они бегут прям за тобой до самого конца, пока ты их не убьешь с поезда.
4. Короче, в игре минусов куча. Давайте так скажем. И я, кажется, понимаю почему. Потому что разработчик хотел успеть к сроку все сделать, не перенося дату. То есть он хотел успеть все сделать, и при этом, типа, игроки закроют глаза на вот эти вот все огрехи и так далее. Но, возможно, так оно и задумывалось, что, дескать, это все равно сатира и прочее, что так и нужно было сделать, то есть будет оправдываться. В общем, посмотрим, как игра покажет себя в Стиме, как она покажет себя, в принципе, в игровом сообществе. Мне она понравилась, хоть в ней минусов все же много. Я уже некоторые перечислил, но их гораздо больше. Их перечислять довольно долго. Не хочу затягивать концовку. В общем, нормальная игра. Не шедевр, но нормальная. Я ее прошел. Остался ли доволен? В целом, да. Но не прям, так скажем, игра года и так далее. Просто хорошая пародия на паровозика Томаса или паровозика из Ломашково, если вам угодно. Наверное, я все же посмотрю. У них еще один проект, который называется No Snake Hotel. Но она очень короткая игра. Там все сводится, по-моему, к одному, что нужно просто ходить по отелю и просто в какой-то момент встретить змея и умереть от него, потому что от него сбежать, в принципе, невозможно. Вот. В общем, посмотрим. И будем ждать новых проектов от этой студии. На этом все. Всем удачи. Всем пока.